это все было на самом деле тоже не сказать, что это было вот легко. Мы пришли, начали говорить. Кто-то из нас вообще говорить не мог, в общем-то, выражать свою, да, позицию хоть как-то. Но душа болела. И мы смотрели друг на друга косо, и мы где-то поджидали какой-то подвох, что вот мы друг друга можем. Потом, наверное, уже следующим шагом, когда было уже вот прям такое выдохнуть, и мы легко снова в чем-то где-то объединились, это уже был процесс вот именно волонтерства, да, если его взять в общем. И мне было легко то решение принять, хотя, казалось бы, да, такое страшное время, у меня дома люди, которых я могу заразить, если вдруг я заражусь, да, там и все прочее, но мне было тот раз выбор сделать, в общем-то, в целом, легко, потому что, во-первых, я понимала, кто в этом участвует, то есть это те люди, которые отозвались, и ты уже понимаешь, что, возможно, ими движили раньше на этих митингах разные цели. У всех было, возможно, разное понимание, разная цель. Самое главное, что мы шли к одному. А когда здесь, здесь уже нет других целей. Здесь была одна, только помочь. Вот я могу, я пойду, я помогу. Единственное, что я не взяла вот массово, я зарегистрировалась, но вот не ходила, да, вот в штаб и все прочее. Я делала это в пределах там своих знакомых, соседей, родственников, допустим, вот по мере там тоже своих возможностей, например. Вот тогда уже было легко, потому что мы уже знали друг друга, что мы уже не ждали никакого подвоха, потому что ну какой здесь уже можно найти подвох или какую-то там подоплеку. Там уже все, человек выбирает, идет и делает, например. И когда встал вопрос уже, я уже, естественно, сидела, понимала и ждала, сейчас вот выборы. Сейчас будет это. Я, например, очень сильно рада за Санала, то, что он выдвинул свою кандидатуру. Вот ему тоже непросто. Он понимает, как я не жду, вернее, я надеюсь, но я абсолютно трезво, адекватно понимаю, что он вполне может не пройти. Ну, просто показать. Или даже может пройти и забыть про нас. Вполне, тоже вполне, абсолютно. И я не жду от него, там, что вот он что-то такое вот прям чудо сделает. Да. Там дальше это уже его ответственность. Сделает он или он скажет, что goodbye, да, Калмыкия. Но для меня важно, чтобы люди снова увидели, что это возможно. Что вот человек может немножко поломать эту систему, что немножко сделать вот по-другому, и будет хоть немножечко вот такой вот просвет, светлое будущее. Это для меня лично уже будет много. А там уже как Санал поведет, это тоже его личное. Кстати, вот вообще кажется, что на самом деле система-то, она рабочая. Рабочая? Просто она ржавая. И не туда повернутая. И те, кто ее управляет, они как раз и специально палки в колеса, в шестеренки вставляют. Ну, как в прошлый раз потому сказал что сама человек, да? Мне нравится «Единая Россия», мне люди в ней не нравятся. Я призываю присоединиться к этому участию, активному участию в выборах. Тем более, что сейчас у нас нет другого способа выражать свою позицию. Уличные акции фактически запрещены. Наших активистов судят за одиночные пикеты, то есть государство само нас выталкивает в это пространство избирательного процесса, потому что это единственный способ сказать «нет» нынешней власти. Мы создаем аккаунт «Твой выбор», где будет вся информация о выборах. Связывайтесь с администраторами через этот аккаунт. Записывайтесь наблюдателями. Возможно, это наш единственный последний шанс заявить о своем несогласии с нынешней политикой. Честные выборы – это твой выбор.